Бутлегеры перевозят вискарь с одного берега на другой. Кто соскучился по жидкой воде, смотрим, наслаждаемся. Вот наш Енисей, который не замерзает. Вот этот перекат даже, камни сейчас торчат. Летом мы проходим над ними спокойно, а сейчас вот они даже оголились. Погода сегодня хорошая. Водичка. Сейчас скинем лодочку, покатаемся, потестируем. Сервис наш работает в полную силу, поэтому есть какие-то у нас новые решения, новые задумки. Сейчас будем тестировать. Меркурий 50. Насадка оригинальная. Водозаборник JetWolf. Хорошо идет. Двести десять килограмм где-то, 220. Ну чё? Ну чё, давай подзагрузим. Давай, ага. Вот специально нос загрузили. Получается сейчас вместе с Женей 400 килограмм. Загружен полностью нос. Все у нас все. Давай! Носовой нормально пошла. Полностью носовая загрузка. Разворот плавнее стал. А? Ну вот даже с загруженным носом все ровно идет. Отлично. Килограмм 600 килограмм полностью носовая загрузка. Красота! Вот это зима, так зима!
американские бутлегеры перевозят вискарь с одного берега на другой. Получается 800 воды плюс Женя, плюс там бензин. Ну, 920. Все, 20 килограмм. Скорость еще померить. Ну, что, 920 килограмм. Полтинник. Вот Board Jet. И Jet Wolf. Вот так по ощущениям километров 25, наверное, идет. Ну и волна отгруженная, это хорошая волна. Так, получается 920 килограмм. Чего, Женя? Опа. Да ладно, пока, пусть стоит. Какая скорость? Против течения 26,8 максимальная. Ага. Так, 26,4, 26,5. 26,7. Против течения. А по течению 29. 29. Ну что, нормально. Слушай, ну давай-ка я, наверное, еще залезу, а? Чтобы уже точно тонна была. Давай. Ну вот. Забрался я к Жене. Теперь у нас тут тонна с небольшим даже. Я думал, где-то тонна 10, тонна 20. А у тебя вообще нечего мерить, да? Ну давай снимаем, а потом померим. Ну давай, да. Сначала поснимаем. Ну, вот на крейсер выходим. Нормально. Вот эта лодка уже в таком виде у нас. Усилен транец. Поднят. Поставлен мотор 115-80 Jet. Сделана полурама. Поставлена консоль. Проведены тесты. Все нам очень нравится, все устраивает. Будем продолжать дальше эксперименты. Следующий шаг — это будем ставить гидравлику короткоходную. Привезли несколько вариантов гидравлики мы короткоходной. Будем ставить, экспериментировать. И будем делать какие-то решения и предлагать. Вот одна из гидравлик, которая к нам пришла. Короткоходная гидравлика. Специально мы ее заказали для водометов. Будем ставить на мощные моторы. 80 джет, 40 джет, испытывать и предлагать в наши проекты.